друзья, всем салют. Это третья часть нашего влога. И время. Время. 10:27. Влог. Первая часть почти закончена. И сейчас нас ждет работа на 3 плюс-минус часа. Потом приезжаю на обед, я сваливаю в Челябу. И сейчас будет долгожданный момент. Это вчера в сторис я заливал одну вещь, за правильный ответ проголосовали немногие. Но фишка была в том, что правильный ответ стоял на коврике. И я не стал палить контору. Поэтому вы готовы? Короче, объясняю тему. Этот коврик, чтобы вы понимали, блин. Ё-моё. Я ехал за ковриком, чтобы снимать на нем тренинг. Но что-то пошло не по плану. И этот коврик слишком большой. Прям максимально. Я офигел, друзья, насколько он большой. Он идет отсюда. И он идет примерно вот до сюда. Вот такой, блин, коврик. И, друзья, я... Ё-моё, блин. Чуть не попал на новую камеру. Я, друзья, если честно, офигел. Просто офигел. Что я вчера взял? И вот с этой бандурой я вчера таскался 3 часа по всей Челябе. Был в раздумьях взять другой, оставить этот и взять еще один. Я подумал, возможно, пойдет и этот. Просто распилить его нафиг напополам и будет отличниковый. На эти мы еще будем думать. И пока есть время, следующая новость, которая не менее важна, даже самая важная. Как я и обещал, я рассказываю. В общем, в Инстаграме я выкладываю сторис ежедневно. Вчера был 14 день, сегодня 15. И бегаю я отчасти не просто так. Короче говоря, в походе примерно на каком-то... на второй неделе, наверное, мне пришла просто невероятная идея. Почему бы не сделать марафон по бегу? Собственно, организовать. До Екатеринбурга от Коркино либо Челябинска и собрать толпу людей, кучу. И бежать. Бежать примерно... несколько дней, потом провести в Екатеринбурге пару дней и домой на автобусе. Я эту идею вынашивал настолько долго, блин, что до сих пор она у меня в голове. Потому что это самая безумная фигня, что будет после похода. То есть на первом месте это поход, на втором месте это... марафон. Но если ничего не получится, но я откидываю эти варианты, я предполагаю, если, допустим, ничего не получается, я бегу один. В любом случае я бегу один и делаю эту масштабную фигню в любом случае. Поэтому, друзья, вас я посвятил
для чего я бегаю и к чему я готовлюсь. Еще были вопросы в Инстаграме. Привет, друг. Почему именно 30 дней? Объясняю. Почему 30 дней бегаю? Это твоя привычка, бро. Это твоя привычка. 30 дней на основе 30 дней плюс-минус вырабатывается привычка, которую ты продолжаешь дальше фокусироваться на ней и работать с этой привычкой. Если ты останавливаешься на 20-м дне, то у тебя есть два варианта. Либо ты задолбало тебя все, короче, и ты бросаешь это дело. Либо второй вариант, ты переосиливаешь все свои принципы, все свои физические способности, все свои физические данные и просто через не могу смысл в голове, что у тебя есть 30 дней, чтобы сделать привычку, и осталось всего 10. Ты, блин, собираешься и бежишь. Но пока у меня идет все стильно и все красиво, я бегаю с кайфом. Я бегаю с кайфом. Я люблю это дело. И пока у меня нет такого чувства, что пошло у нас все нафиг. Вот. Вас я посвятил в это дело. И будет жестко, друзья. Поэтому всем, именно вот это видео всем, абсолютно всем, до единого человека и своих друзей, обязательно поделитесь, потому что это супер важно в первую очередь для меня, во вторую уже для вас самих. And I know of sadness, the anxious and panic, the infinite vastness of all that is blackness. Рум-тур. Если чё, это баня, чтобы вы понимали. Thank you.
by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let me quit. Все, друзья, время пол четвертого. И мы смаливаем пораньше, дабы вернуться пораньше. Полетели. Моя большая мечта проехала. Слэш цель. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back, better than last. Yeah, it's a new me, never gonna look back. Never gonna look back. Cause damn, I was built to last. Новый апгрейд в нашей семье. Добрый вечер. Теперь ты мой дружок. Мы дома. Треки Коржа как отдельный вид искусства. Одну песню крутил в автобусе почти час. Кайф. Блин, оператор из меня, конечно, так.
спасибо за просмотр. Я надеюсь, всем понравилось. И всем понравились мои планы. Но впереди я вам клянусь еще очень много всего самого интересного. Поэтому ждите от меня следующих новостей. Ибо их очень много. Увидимся с вами в следующем видосе. Будет интереснее. Не обещаю.